Друзья, всем привет! Димаш Кудайберген как космическая ракета. В один день, 31 мая, он оказался сразу в нескольких местах. Еще утром артиста встретили в аэропорту Стамбула, с ним сфотографировались на память две милые девушки. А уже днем Димаш выступил на прямой трансляции китайского мероприятия «Шелковый путь дружбы». Потом спел песню «Незабываемый день». Как все успеть? Давайте разбираться. Большинство внимательных диас решили, что Димаш из Стамбула улетел в Китай, откуда выступил с обращением и спел. Некоторые китайские дорогие переполошились, ведь они ожидали прилета певца в Китай. Но нет, в это время Димаш уже бродил по берегу Красного моря, что мы и видим на опубликованном артистом фото. Стало быть, выступления певца на онлайн-мероприятии были записаны заблаговременно и включены в китайскую трансляцию мероприятия. Заметим, что прозвучавшая песня «Незабываемый день» размещена на канале певца еще 5 ноября 2021 года. В общем, пока Димаш отдыхает на море, его электронный образ самостоятельно трудится, говорит и поет на китайском мероприятии. Бабушка Димаша Кудайбергена опубликовала в сторис прекрасное фото на берегу моря. Это второе фото Димаша на пляже в общем доступе. Внимательные зрители заметили геометку на фото артиста из Вейба, указывающую, что кадр сделан в Саудовской Аравии. Не исключено, что Димаш повез бабушек в Мекку и Медину. Друзья, согласитесь, какой прекрасный внук. Он второй раз в этом году сопровождает дорогих бабушек на отдых. Ведь еще недавно артист организовал им поездку в солнечный город Дубаи. Помните, он тогда принимал участие аж в трех ярких мероприятиях – выставке «Экспо», модном показе и в своем собственном концерте. И всюду с ним были его любимые бабушки. Уж не знаем, кто из известных певцов окружает таким вниманием своих родственников. Кстати, Димаш тогда не только спел и получил награду, но и посвятил ее дорогой бабушке. У меня бабушка уже на протяжении почти 20 лет читает намаз, пятикратный намаз, не пропускает вообще. Несмотря на то, что у нее ноги болят, она всегда читает намаз, как надо это делать правильно. Надеемся, что сейчас Димаш просто отдыхает, а не выехал на очередное выступление. Он очень много трудился, теперь нашел время передохнуть и уделить внимание главным женщинам его семьи. Ведь впереди, конечно же, другие выступления и много новой работы. Но об этом мы поговорим в следующих видео. Жеткізуге себеп болып жатырсыздар. Біз соған қуаныштымыз. Сіздердің де жаңалықтарыңызды шаттық, береке, ауыз бұршылық бола берсін. Осындай Димаш достар, Димаштың бүкіл фанаттары, бақытты болып семьяларыменен менің баламды поддержка жасап жүре беріңіздер. Ура! Айтқанымыз кезі.